Давай, ты точно по этой дороге шел? Да вот тут я шел, никуда не поворачивал, не сворачивал. Смотри тогда в оба давай. Да смотрю, я смотрю, может их уже нашел кто-то. Да кому твои ключи нужны, а? Мало ли, на металл, может, сдадут. Не смеши, что там сдавать-то, а? Так, давай я еще раз с той стороны посмотрю. Хорошо, давай. Сегодня будет целых 3 привета для моих подписчиков. Привет, Кирилл! Дамик, Дамик, иди сюда, Дамик. Дамик, Дамик, иди сюда быстрее. Что такое, нашел? Нет, смотри. И что? Блин, да только что был. Кто был? Где? Не уверен, но кажется, там был Шай Лушай. Кто? Шай Лушай? Это кто вообще еще такой? Сам ты Шай Лушай. Шай Лушай. Это типа такой чувачок, гриб синий. Это у вас, у молодежи, Смурфке. А так его зовут Шай Лушай. Неважно. Ну и где он? Вот, только что, вот там пробегал. Ну да, ну да. Иди лучше ключи ищи. А сейчас я передаю привет Семену. Так. Сейчас я тебе докажу лучше. Сниму на телефон. Не понял. Чё за ерунда? Да как так-то? Пап, ты чё, деревья Дамик, блин, испугал. Дамик, смотри. На телефоне никого нету. Ну да. А так? Тоже нету. И правда никого. Чё за нафиг? Пойдем-ка лучше домой, а то ты мне что-то не нравишься. Да он тут, я 100 пудов его увидел. Да, да, конечно, пойдем домой. Привет, Вадим. Блин, Шай Лушай, покажись. Шай Лушай. Тихо, тут сзади. Отличная шутка. Папа, я не шучу, он правда был сзади. Мелкий такой, в белых штанишках. Погоди, кажется, я понял. Его может увидеть только один человек. Да нет же, мы же с тобой вдвоем увидели. Да нет же, одновременно мы его увидеть не можем. Даже камера не показывает. А он не опасен? Вот этого я не знаю, но с виду вроде нет. Ну да, вид у него, конечно, мимимишный. Ой-ой-ой, вот это мне уже не нравится. Поезжай скорее домой. Валим, валим. Что? Да, ну что случилось? Где квадрокоптер? Его спалила Эмбер. Все, что осталось, пульт и телефон, на который я все снимал. Спалила? Ладно, пойдем посмотрим, что там наснимал. Ну что, где твоя Эмбер-то? Сейчас, пап, погоди. Так, Дамик, показывай, где твоя Эмбер. Кстати, кто это такая вообще? Пап, ты чё? Это же огненная девочка из Элементарно. Ладно, показывай, где она здесь? На дороге, что ли, где-то шла? Или вон в посёлок заворачивала? Рано, рано. Это было в самом конце. Дамик, скажи правду. Может быть, ты его просто профукал? Может, на дерево залетел или куда-нибудь к соседу упал? Я не знаю. Да я не вру. Я правду её видел. Ладно, смотрим. Давай дальше смотреть. Так, это вроде бы было не здесь. Да, не здесь. Точно? Точно, точно. Это было где-то около выхода поселка. Давай следующую картинку. Пап, ну я же тебе сказал, на выходе из поселка. Может, ты что-то проглядел, не досмотрел. Давай посмотрим, а?
Ладно, вроде ничего нету. Пап, вот здесь я ее увидел первый раз. Она должна сейчас появиться в углу. Так. Вот она. Подожди, да. Куда она делась? А потом я ее потерял. Ну ладно, листай дальше. Как ты ее мог потерять-то? Ну как? Она как будто провалилась куда-то. Я уже вон все поля, все дороги обошел, нигде не нашел. Но потом... Это что, она? Да, это она. А потом она заметила мой дрон. Так, погоди-ка. Я, кажется, недавно слышал про нее что-то в новостях. Срочные новости. В нашем регионе увеличилось число пожаров. Очевидцы связывают это с появлением загадочной огненной девушки Эмбер. Еще никому не удавалось зафиксировать ее на фото или видео. Вознаграждение в размере 1 миллиона обещано первому, кто снимет ее на видео. Амит, ну где же твой парень, а? Правда, мрачноватый. На кладбище похоже. Да ладно тебе, говорю, там прикольно. Пошли. Не, ну внутри симпатично. Прикольно. Прикольно. Пошли на озеро. Погнали. Красотища-то какая. Я ж тебе говорил. Кайф, да? Угу. Дамик, чё это? Летающие скибиди-туалеты? Давай куда-нибудь спрячемся, а то они нас палят. Камерамены, ну ты и завел нас в этот парк. Тихо, нам надо пробраться туда. Дамик, а есть они на выходе? Давай посмотрим сверху. Давай. Тихо, присядь, чтобы они нас не видели. Вроде чисто, бежим. Дамик, ты как тут оказался? Да я там свернул, бежим! Дамик, ты как тут оказался?